Всем привет, с вами Олегыч, и вы на канале Олегыч Геймс. У нас сегодня видосик по Alien Fireteam Elite. Значит, будем говорить про Улана, его второй билд, перки можно и так назвать, называется Корпускулярный импульс. Он, кстати, выпадает, вот он, в дополнение, которое вышло, Патоген. Именно там выпадает это умение. В принципе, здесь я заменил только одно умение, ну, потому что у меня не хватало места по билду, сами понимаете. Хотелось изначально посмотреть, что он из себя представляет. Я прочитал описание. Вроде как три выстрела, но с меньшим уроном, но с больше, ну, с более быстрой перезарядкой. Поэтому, честно, мне понравился этот импульс. В чем разница? Предыдущий, первый билд у меня был, там был... Сейчас скажу, что шквал частиц, волна частиц. Бля, дай бог памяти. По-моему, я, по-моему, вообще не менял, не ставил никакой из этих вариантов. Я по умолчанию оставлял вот это копье частиц. Оно имело большой урон и сносило сразу, в принципе, средних мобов. Ну, сильных там уже, понятное дело, он раздамаживал просто 20 секунд было КД. Здесь, получается, у нас 3 выстрела с небольшим... с небольшой задержкой, которую можно стрелять по одному разу за раз. Получается, 3 раза вы можете сразу выстрелить, когда оно у вас заряжено. Потом надо ждать, когда первый перезарядится, второй и третий. Вот такой вот вариант получается. Сейчас мы продемонстрируем вам, как оно работает, и сразу расскажу, что у нас тут по перкам. В принципе, сильно ничего такого не поменялось. Я, как я говорю, только я один убрал побочное усиление по перку. Ну, давайте пройдемся. Множитель силы 4. Это повышает урон навыка. Дальше у нас быстрый откат. Это повышает скорость восстановления навыка. Дальше у нас батарейки в комплекте. Это повышает скорость восстановления 20%. Дальше быстрое размещение. Повышает скорость восстановления на 20%. А разрушающее излучение в копье частиц теперь замедляет пораженных врагов на 40% на 5 секунд. В принципе, это я так и оставлял. Дальше у нас встряхнись идет. Потом у нас идет защитный слой. Не буду вам читать, что он означает. В принципе, кто хочет, ставите на паузу и смотрите. Просто, чтобы не тратить время. Я, в принципе, в первом билде это все прочитывал, кому интересно. Снова встрое. Оно совмещается со встряхнись вместе. Дальше. Для штурма у нас здесь быстрый откат. Это повышает 18% отката. Упорство длится на 20, дольше повышается на 5% урона от оружия, сопротивляемость урона, понятно. И непоколебимый, тут у нас дает иммунитет большинству эффектов оглушения, спотыкания, сбивания с ног, когда вы активируете штурм. Пассивку наблюдения, думаю, тоже все как бы знают, читали. Вот, так что давайте посмотрим, как этот луч работает, какая у него перезарядка. Ну, тут в данный момент урон от навыка 22%, скорость восстановления 53%. Здесь у нас скорость восстановления 18, длительность 20. В принципе, вот так оно все выглядит. И поехали. Вот, стреляем. Раз, два, три. И дальше 7 секунд у нас откат на выстрел. В принципе, если брать в расчет, что один луч... Ага, потом 10 секунд второй идет. Да, давайте сейчас посмотрим, как оно работает. А третий сколько? Тоже 10. Получается 10, 10 и 7 секунд. Просто тут луч, он мощный, и 20 секунд перезаряжается. Здесь вы можете этим лучом, в чем прикол, рядовых чужих вы сразу сносите по линии, например. Вот выстрелили, оп, 10 секунд. Пошел откат, например. И вы там уже убили их, там пятеро бежало в одной куче, да, сэкономили боезапасы и время, или там вас окружали, вам надо было какую-то одну волну снести. Или раздамажить каких-то средних, там, например, на пол хп раздамажить, или одну треть, и потом добить оружие. Это тоже как вариант нормально работает. Так, давайте еще раз. Раз, два, и еще... Вот, видите, кстати, самый последний луч 7 секунд. Давайте сейчас с последним лучом еще раз стрельнем. Ага. А теперь уже идет с 8 секунд. Ну, короче, последний получается 7-8 секунд, я так понимаю, да? А ну, сейчас еще раз.
9. Ну, там идет какая-то непонятная задержка. По идее, они все по 10 секунд, но последний все равно как-то быстрее заряжается. Ну, это хорошо. 30 секунд, 3 луча. По сути, да, грубо говоря, даже меньше. 27-28 секунд. Вот, вот такой вот билд. В принципе, он интересный. Я сейчас им играю, есть на стримах, можете посмотреть. Но, опять же, все на вкус и цвет. Кому-то не нравится, такой вариант берет мощный луч. Я еще сделаю билды потом на другие варианты. Но пока что это у нас вторая сборка по умениям. Я буду ее выкладывать на канал, вы сможете ее как раз увидеть. Ну и напишите комменты, свое мнение, нравится вам, нет. Может, у вас какой-то свой есть билд, который интереснее, чем мой. Мне интересно будет посмотреть. Вот тут мне выпало это изменение умения, скажем так. И захотелось запилить сразу же видосик. Спасибо, кто смотрел. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. И до встречи.